первый тайм играли одни люди, основной состав, а второй уже вышли ребята на резерв. Поэтому немножко на почте. Сделали, конечно, выводы, указали, кто бы не очень сработал хорошо в Витебске. Но сегодня, да, в защите намного сыграли надежно, практически так, доволен оборонительными действиями. Довольно-таки неплохо сыграли, заслуженно выиграли. Тяжело ребятам было, все-таки искусственное поле плюс жара, но они проявили волю, мастерство и победили.